Капризы погоды не перестают удивлять. Вслед за теплом в Ульяновскую область в середине апреля вернулась настоящая зима. Похожие метеорологические условия сложились на всей территории Поволжья. Синоптики обещают, что раньше конца недели весны ждать не стоит. Самой трудной оказалась ситуация на путях сообщения. К сожалению, природная стихия не обошлась без человеческих жертв. В Барышском районе в результате ДТП погиб один человек. Двое пострадали от столкновения машин в районе путепровода, в областном центре. Слава богу, здесь обошлось без летального исхода. Автолюбителей погода застала врасплох. Чего не скажешь про дорожников. Они в усиленном режиме справляются с последствиями непогоды. Как сообщил на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Дмитрий Вавилин, все дорожные службы переведены в круглосуточный режим дежурства. А на части дорог области введены ограничения движения. Кроме прямого ограничения полностью всех перевозок в Майском и Вишкаинском районе, значит, ряд утренних маршрутов по Ильинскому направлению в сторону Первомайскому, значит, два рейса из Барыша в Ульяновск также были отменены до прояснения ситуации, значит, на автомобильных дорогах. Значит, по состоянию на 8 утра движение вот по данным районам было восстановлено. Сейчас у нас, еще раз напомню, Вишкаинский, Майский, до сих пор движение запрещено. К зимнему режиму вернулось ограничение движения на Президентском мосту. Превышать скорость выше отметки в 60 км в час запрещено. Движению в Ульяновске уделяется особое внимание, иначе может случиться транспортный коллапс. Ночью работа у нас 47, днем погода 57. Основной акцент в дневное время будет сделан на отработку тротуаров. Поэтому, в принципе, к немного для дорогового условия мы готовы. Значит, у нас будет проблема по транспорту. Было у нас 6 остановок в движении не конвоев, но в настоящее время у нас все, в принципе, есть. По выходу маршрут у нас помещений нет. Все 983 маршрутки на сегодня находятся на линии. Пока сохраняются неблагоприятные условия, ведомство отменяет выезды автотранспорта на массовые мероприятия. В первую очередь это касается учащихся образовательных учреждений. В субботу отменены традиционные районные эстафеты. Их проведут, когда условия нормализуются. Праздники праздниками, но безопасность жизни прежде всего. У нас есть экскурсионные поездки, но их в меньшей степени сейчас, потому что идет учебный процесс. А вот поездки творческих коллективов на всяческого рода конкурсы и внутри нашего региона, и за пределы региона, это то, что обязательно надо отменить. Проводивший заседание вице-губернатор Александр Якунин специально обратился к автолюбителям с просьбой постараться воздержаться от поездок в плохих погодных условиях. Ведь своими действиями они могут ставить под угрозу не только свою, но и чужую жизнь. Кроме того, Александр Якунин распорядился, чтобы руководители муниципальных образований докладывали о состоянии на дорогах и погоде каждые 2 часа. Это позволит оперативно реагировать на все происходящие изменения. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.